Всем привет, друзья! Сегодня вам хочу представить обзор на модель от компании ICM в 35-м масштабе. Модель немецкого автомобиля 1949 года Magirus S330. Так. Первое, что мы видим, это у нас глянцевый бокс-арт. Так. С трудом открывается. Снимается. Коробки, ну это. О, все, снял, это хорошо. Далее у нас коробка из плотного картона. В коробке у нас пакет с литниками один и инструкция. Начнем обзор с инструкции. Инструкция наша выполнена формата А4 в виде журнала. Как всегда, в самом начале у нас в инструкции краткое описание автомобиля, краски в палитре Revel и Tamiya, используемые для окраски. Далее у нас декалька, берем ее. Далее у нас литники и показаны неиспользуемые детали. Сборку нам предлагают начать с двигателя, рама, установка двигателя на раму, сборка ходовой части автомобиля, сборка колес, установка колес на раму и пошла сборка кабины. Инструкция достаточно подробная, по ней можно прекрасно все понять, что, как и куда. Это мне нравится в ICM. Далее установка кабины на раму, установка рулевого управления, далее установка дверей, капотов, установка кузова. Дальше продолжает сборка. Вот, что интересно. На многих моделях дворники у нас, ну, не данной компании, а вообще на разных моделях разных компаний, дворники даны литыми в стекло лобовое. Здесь у нас дворники даны отдельной деталью, что это очень-очень приятно. Далее у нас показано окончательный вид собранной модели, трехмерной модели. И последний лист у нас — это нанесение декалей и варианты окраски. Варианты окраски у нас даны двух вариантов. Первый вариант — Германия 1948 год. И второй вариант — Германия 1949 год. Далее приступим к обзору литников и декалей. Декали у нас... Так, камера резко с ней идет, наверное. Так, я... Там номер автомобиля и приборная панель получается. Что тоже очень хорошо. Далее обзор литников. Открываем пакет. В пакете у нас получается раз, два, вот, лесенка, два, так, три, четыре, пять. В пакете у нас 5 ледников, один ледник с прозрачными деталями и покрышки. Начнем с обзора. Детали кузова. Кузов у нас пролит хорошо. Это у нас решетка передняя радиатора. Все, все эти ребрышки, все прекрасно пролито. Никаких недоливов, каких-то недочетов нету.
Следы толкателя находятся внутри. Следующий литник, это у нас литник, два диска получается, тут, наверное, задней части, рессора и оси. Пролито все хорошо, мелкие детали пролиты отлично. Каких-либо недостатков я не заметил. Вот, кстати... У нас даны, получается, два варианта передней вот камера не на меня решетки. Ну, вот так покажу. Это на Magirus, как дана на коробке. А вторая, получается, у нас другая надпись. Другая. То есть можно хоть такую будет установить. Что тоже интересно. Далее у нас кузов. Пролит хорошо. Мелкие детали пролиты отлично. Далее, дальше у нас также очень много мелких деталей. Проливка у деталей отличная. Недоливов нет, утяжек нет. Все замечательно. И последний литник. Это у нас литник, получается, с деталями также кузова. Тут рама. Так. Тут также все замечательно. Пролито, недоливов нет, тяжи нет. Ну, это я не буду доставать, потому что резина вообще хорошая. Детализировка у резины тоже, протектор, все видно прекрасно. Еще у нас литник с прозрачными деталями. Это у нас фары и стекла автомобиля. Пластик у Асиома мне очень нравится прозрачный. Он реально прозрачный, через него будет все видно. Поэтому внутренности кабины, красти, это будет все видно хорошо. И фары данные. Вот. Что я могу сказать про данную модель. Данная модель в компании Сим отличная. Качество мне очень понравилось. Мелкие детали все пролиты очень хорошо. Резина тоже очень понравилась. Фотообзор вы увидите в нашей группе во ВКонтакте. Ссылка будет на обзор под видео. Не забывайте подписываться на нашу группу, на наш канал. Ставьте лайки. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.